Так, 25 апреля 2016 года. Время 23:51. Фамилия, имя, отчество. Уроженец. 01.09.1988. Уроженец. Таджикистан. Так, там где проживаешь? Московская область, город Ивантеевка, так. Улица Так, в Твери как оказался, зачем сюда приехал? За педофилем. Ага, ну ладно, а у родителей есть? Да. Мать? Да. Мать кто? Отец? Так, замечательно. Так, значит, ты сюда зачем, говоришь, приехал? За педофилией. То есть к маленькому мальчику, да? Да. Так, к ребенку. Что хотел делать с ребенком? Секс. Секс? Да. Ты его хотел, да? Ну, он, я. Ты его хотел, да? Ну, там. Так, понятно. Ты приехал на указанный адрес, где ждал тебя маленький мальчик. Там тебя задержали, верно? Да. При задержании физическое воздействие оказывалось? Нет. А моральное давление? Нет. Не было. То есть все добровольно, ты, да, вот с нами общаешься, сидишь не против того, что тебя снимают? Нет. Не против? Нет. Молодец. Так. Далее. Далее, далее. Свою вину признаешь? Да. Ранее с маленькими мальчиками, с детьми встречался? Да. Было? Да, где? В Москве? Да. Сколько раз было? Ну, 2-3. 2-3 раза. Понятно. А кто конкретно? Уточнить можешь? Не помню. Не помнишь. Так, сколько им было лет там? 14. 14. Понятно. Так. Паспорт, пожалуйста.